Ukrainy oraz odpowiedzialny za promienie drugi krzyczy i sześciu zastosowani oraz konkretny krzyczy w czasie zespół zarządzania władzy władzy była krajnie przedmiotnie świeższy zespół zarządzania władzy i wchodzić z sektora w sektor, przenosić i использовать оружие любого типа, огнеопасные пиротехнические изделия, лазерные устройства, алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества, прохладительные напитки и стеклянные или жестяные тары, а также пластиковые тары объемом более 0,5 литра, проносить пропагандистские материалы экстремистского характера, содержащие нацистскую символику. И также напоминаем, что федеральным законом курение на территории стадиона запрещено. Спасибо за понимание. Команде «Сокол» замена. Вместо Артема Дудырева номер 9 на поле вышел Руслан Пашков, номер 7. Thank you.
Желток! Медики, блядь! Thank you.
Что, у нас замены были? Балтики нет. Не было? Пятый у нас появился, Бутаков. Ну что, я не видел. Я тоже не увидел. Три рей, может, понеси. А, да, их двое стоял, наш и ваш стоял. Thank you.
Номер 11.
Пожалуйста.
Роман Фомов, номер 4. Я нас на себя запустили! Я нас на себя запустили! Сокол! 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 Давай.
Я! 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 Я!
Yeah.
давайте тут голышом. Вот, ультра идет. Вот. Еще раз напоминаем, что 5 ноября в 15 часов «Сокол» принимает команду «Болгарь-Астрахань». Thank you.
Ты здесь? А, иду.